Итак, собственно, всем привет, ребят, добро пожаловать. С вами, как всегда, Валера, и мы продолжаем проходить Disgaea 5. Скажите, как со звуком? Все ли нормально слышно? И давайте начнем. Вчера, на прошлом стриме, мы закончили 14 главу, узнали секрет Серафини. Ну и, собственно, идем дальше. 15 глава нас ждет сегодня. Так что, поехали! Погнали! И давайте посмотрим, что у нас дальше будет. Так, все нормально? Спасибо за отзыв. Погнали! Так, погнали. Это... Карманная Пресподняя и Великолепие стали едины. Хе-хе-хе. Добро пожаловать на мой... высокоскоростной мобильно-стильная Пресподня. Великолепие перерождения. Возрождение. Нет, перерождение. Огромная подземная убежище Великолепия, что мой отец построил, было модифицировано и изменено в мобильную крепость. А, понятно. В случае чрезвычайной ситуации он бы мог просто уйти, улетевши. Наконец-то, трусость моего отца оказалась полезной. Это перерожденное великолепие не для того, чтобы убежать, а для того, чтобы нападать. Это просто безумно, сестренка! А я так возбудился! Я тоже очень сильно взволнован. Давайте, супер! Ворвемся в место, где находится Void Dark, и завалим его. А вы знаете, где он находится? Да. Нет нужды беспокоиться об этом. Я выявил его точное местоположение, используя мои навыки ясновидения. Однако... Однако... Есть какая-то проблема? Да, Void Dark в настоящее время окружен очень хорошей системой безопасности и бесчисленным количеством... воинов потерянных, которых защищает его. И они не просто обычные демоны. Они являются элитным отрядом, что в состоянии... нет. Что состоит из отдельных лиц, которые имеют потенциал как повелителя, так и Маджина. Ты серьезно, что ли? А у меня что-то... Живот начал корчиться.
何ビビってんだゼロ。ちょうどいい準備運動になるじゃねえか。Ну, Гагай, че испугался, Дзеро? Это будет как раз для разминки. Дага, Бойд Дактору кессену майне шоумоцерено. Декилеба хикайте окитай. Однако, я бы хотел бы избежать исчерпания своих сил перед нашим боем против Войд Дарка. Хирия-сан не говорит то ли, но... Нантока, Кирима кайтугуру хоу-хо-хо-а-ра-то-ли-ни-сэ-дак-мо. Киля прав. Нам нужна хорошая идея для того, чтобы как-нибудь увернуться и пройти через эти через эту систему безопасности. Как-то увернуться их системы безопасности? Ребят, почему вы так мелко думаете? Мы можем просто прорваться через них с помощью великолепия перерождения. Серафиня, кажется, она совершенно не связана. Ну, она преодолела реальность того, что она больше всего... Нет, того, что больше всего она боялась, став бедной. Я довольно уверен, что больше нет ничего, что может ее испугать. Стрелы... Оружие! Войд Дарк! Приведите их всех сюда! Эпизод 15. Окончательный навык. Привет, Black Nightmare! Привет, Максимус! Привет всем, кто только пришел. Сейчас пойдет экшон. あれが魔帝ボイドダークの居城がある魔界、終焉の闇魔界です。 Вот она, Пресподня, где демон-император Войд Дарк находится в данный момент. Темная... Ну пусть будет темная Демазия, хотя... Нет, это мне не нравится. Не знаю, сейчас посмотрю. Темная. Темная. Если у кого-то есть предложение, скажите. Я в словаре полезу. Темная смерть. Темная кончина. Темная кончина звучит как-то... Ну вы поняли. Сдача недвижимости в аренду. What? Да. Ну пусть будет темная смерть. Мне это больше нравится. Думаю, что никто не против. Потому что темная кончина как-то... Ну ладно, не знаю. Ну, МКВ, ну это не совсем правильный контекст, я бы сказал все же. Но ладно, и так сойдет. Ладно, темная смерть. Это последний бой. Хорошо. Пошли. Пожалуйста, подождите, Кирия-сама. Перед этим. Нам нужен этот предвестник. Принят. Приготовить анти
преисподничный боевой режим пусть будет. Открыть огонь. Алиса! Хорошо. Ой, Серафина. Эй, Серафиня. Давайте сначала избавимся от мелких сошек, хорошо? Мелких сошек? Знаешь, у них вообще-то потенциал быть повелителями или маджинами. Серафиня сама, все готово! Великолепная работа! А теперь приготовить антишок и антизащиты, антиоборонные вспышки. Готовы? Прицелься! Огонь! Что-то бомбит вообще нехило. Ты серьезно? Это мой мастер. У него просто безумная мощь. Сейчас не время комплименты ему делать. Ха, так вот как все, собственно, обстоит. Ладно. Придется раздавить его. Мы вонзимся прямо в них с помощью великолепия перерождения. И войдем. В их преисподнюю. Это супер чрезвычайно. Нет, это супер необыкновенно. Бугага. Да. Она совершенно полностью. Весна. Сейчас не время расслабляться. Ребят, готовьтесь к удару. Окей. Где удар? Блин, я удар хотел посмотреть. Скид потом. Серафина-сама мувоуна туцгеки уште кудасатта окаге де буцуритеки ни моктекичи ни цунагатта су. Из-за необдуманного столкновения по причине, нет, что учинила Серафиня сама, мы сейчас физически связаны с нашим пунктом назначения. Сейчас нет больше смысла в врата измерений. Привет, Мама. Я только учинила все эти хлопоты. Ладно, ребят. Направимся на наш последний бой. Да? А что такое, Салли? Я бы хотела поесть карри Кили Сан перед финальной битвой. Но, слушай, разве твое проклятие не было отменено? Да, это правда, но я хочу съесть это карри в последний раз, потому что благодаря ему я встретила вас всех.
最後だなんて縁起でもねえこと言うな。Не говори, что это будет последний раз. でも腹が減っては戦はできねえもんな。おいらも賛成だぜ。Но она права. Ни единая армия не может сражаться на пустой желудок. Я в деле. カレーか。思い出しただけでよだれがじるりと。カリキリだ。Я только думаю об этом, у меня слюнки текут прямо. Гоку. Соева, боку мне кака хеттекита ような. Сглотнул. А что-то мне кажется, я тоже проголодался. Аро, я десу ва. Ватакуси тара онака но муси о нараштари шите ашита най. О, господи. Что-то похоже и у меня живот ручит. Скаши нагара. この抑えがたい空腹と食欲。キリア様。Но для того, чтобы удовлетворить мой голод и мой аппетит, キリア様。いいだろう。リクエストはカレーだな。Хорошо. Так вы все просите карри?Пойдем к карри перед финальной битвой. Спасибо за еду. Я никогда... Да, я никогда не думала, что миска карри может сделать меня настолько счастливой. Ка-ка-ка! Меномай на чисана счастье у мицкерарили ように натте ёкатта же нейка!Фу-га-га. Я рад, что ты смогла найти счастье в той мелочи, которая стояла перед тобой. Чисана счастье ты. Оссан нива неяване серифу топ-10 ни доудоуно ранк-ин да на. Счастье в мелочах? Я никогда не ожидал услышать нечто подобное от тебя, старик. Что происходит? Такое... Спокойное чувство перед последним боем. Это вызвано доверием, которое мы имеем друг в друге. Я действительно хочу поблагодарить вас всех, ребят. Потому что без вас я бы уже... Нет необходимости больше ничего говорить, Килиа-сама. В конце концов, вы всех тут спасли. Да, она права, братан. Один за всех и все за одного. Верно? Это не то, что демон должен говорить, но... Да нормально все. Даже демоны могут иметь дружбу внутри своих сердец. Дец. Хорошо. Я супер наелся вкуснотой. А теперь погнали. И сразимся в нашем последнем супер бою. Лиза, все. Всему наступит конец. Ну да, всему наступит конец обязательно. Но сначала скид. Перед тем, как всему наступит конец. Хотя, что-то я сомневаюсь, что так легко все, всему наступит конец. Серафиня, тебе больно? Да нет. Поскольку ты мне держишь так близко, Килиа-сама, моя красивая и невинная кожа
не получила ни царапины. Хорошо, но, пожалуйста, больше не делай ничего безумного. Как, например, делать столкновение преисподней. Один из наших союзников может умереть. Вы такой добрый, Килия сама. Я понимаю. В любом случае, Серафине действительно повезло. Благодаря этому столкновению она попала прямо в руки Килли. Зиро, я вообще-то чуть супер не сдохли. Красный Магнус прав. У меня по-прежнему, головокружение. Бугага, это не было ничего подобное, как ненадежная удача или просто совпадение. Что ты имеешь в виду? Используя законы движения, можно предсказать, куда я упаду после удара. Я контролировала свою центральную точку тяжести. Но другими словами, сердце Килли и мое сердце, они притягивались друг к другу судьбой. Вот что я имею в виду. Бугага. Что Сера несет вообще? Я супер не понимаю. Неужели она рассчитала все? Нет, она бы не могла. Думаю. Ты не могла бы. Недооцениваешь ты ее. Серафиня, сестренка, у меня к тебе просьба. Ну, МКВ, это нормально, мы это поняли еще с начала игры. Что такое ты, жуткий существо? Я тебе не дам никаких денег. Да не беспокойся. Я не хотел это попросить тебя. Об этом попросить тебя. Ну, это в каком-то смысле меня немного бесит. Ну да ладно. Ну, что за просьба или услуга, о которой ты хотел меня попросить? Ты помнишь лазером, который ты стрельнула перед тем, как мы добрались до преисподней Войд Дарка? А, ты имеешь в виду... О, господи... Превосходная пушка частиц, вспышка, великолепие перерождения. Ладно, и так все идет. Так она называется? О, так круто. Пожалуйста, позволь мне стрельнуть разочек. Нет. Это прямо бьет в сердце. Давай, сестренка, пожалуйста. Я всегда был фанатом лазерных пушек еще с детства.
Ну, можно сказать, что я жил своей жизнью ради того, чтобы мне попался шанс стрельнуть из лазерного луча. Что за тупая жизнь? Ну, тебе подходит идеально. Ну, пожалуйста. Я сделаю все, что ты скажешь, сестренка. К сожалению, я не могу тебе этого позволить. Что? Почему нет? Позволь мне стрельнуть из лазер! Лазер, блин! Вот для ребенка никаких манер. Так, сперва-наперво. У нас больше нету энергии для того, чтобы стрельнуть из этой пушки. Нужно какое-то время, прежде чем она зарядится, и у нас будет возможность снова стрелять. Серьезно? Это так глупо. Но что мне делать с этим чувством возбуждения, которое у меня внутри, что я чувствую по отношению к лазеру? Почему бы тебе не использовать эти чувства для в бою? Да иди убейся об стену, вот что лучше.